По уже доброй традиции 4 ноября, в День народного единства, в нашем районе проводится большой этнографический фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». В этом году он прошел уже в 7-й раз. Вот так музыкально и колоритно приветствовали участники фестиваля «Венок дружбы» гостей этого большого праздника национальных традиций и культур. Сельские поселения района постарались представить все многообразие народов, проживающих на Кубани. Представляем Республику Башкортостан, богатую нефтью и богатую медом и богатую традициями башкирскими. Башкиры из хутора Коржевского угостили почетных гостей праздника национальным блюдом – чак-чаком и кумысом. Не обошлось без славянского хлебосольства и в Анастасиевском сельском поселении. Здесь гостей почивали кубанскими вареночками. На фестивале «Венок дружбы» было вкусно, музыкально и интересно. Каждая экспозиция рассказывала о каком-то народе, проживающем в нашем славянском районе. А их у нас более 50. Мы представляем рисовое сельское поселение и народ Белоруссии. Дело в том, что я дочь белорусски и внучка белорусски, и правнучка, и праправнучка. Меня зовут Олеся, и это очень характерно для Беларуси. С собой из Беларуси Олеся привезла книгу о национальном костюме. Именно по ней она сама шила свою рубаху, юбку и головной убор, вышила орнамент на одежде. Во-первых, это рубаха, которая обычно вниз надевается, она может быть и покороче. Дальше идет гарсет. Это такой жилетик. Пояса ткались. И узоры тоже, по узору можно было узнать, откуда ты, из какой семьи, из какого рода происходишь. Фестиваль «Венок дружбы» – это очень важное культурное событие. Он способствует укреплению духа добрососедства, сохранению единства между народами нашей многонациональной Кубани. Именно здесь, через музыку, песни, танцы, национальную кухню, происходит обмен традициями, живое общение между представителями разных народов. В нашей истории много общего, наши культуры тесно переплелись, обогащая и дополняя друг друга. Узнавая о разных народах новое, мы становимся ближе и понятнее. Россия многонациональна, множество культур, народов, которые представляют эти культуры. Порой мы живем и не знаем, с кем мы рядом живем, не зная ни культуры, ни традиции. Иногда в связи с этим получаются неловкие ситуации, но когда мы показываем всю эту красоту, люди намного ближе друг друга узнают и становятся при этом добрее. После выставки в зале городского дома культуры состоялся большой праздничный концерт. Культура объединила все народы в одну большую дружную семью. Армянин и тучниц, бурят и удмурт. Русский, татарин, башкир и якут. Разных народов большая семья. И этим гордиться должны мы, друзья. В России зовется общий наш дом. Пусть каждому будет уютно в нем. Все трудности вместе мы осилим. Ведь только в единстве сила России. В этот день на сцене исполнялись танцы и песни разных народов. Культура и творчество помогают сохранять мир и добрососедские отношения на нашей многонациональной земле. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».